Провести лето на побережье Черного моря или в Болгарии. Около 2000 ноябрьских ребятишек в этом году проведут каникулы в лагерях Юго-Тюменской области, Черноморского побережья или вовсе смогут совершить увлекательное путешествие за границу. В центре «Поиск» уже ведется прием заявлений от родителей, желающих отправить своих детей в теплые края. Что касается финансовых расходов, то оплачивать родителям нужно только транспортные расходы. Их сумма варьируется от 3,5 до 14 тысяч рублей, в зависимости от того, куда именно направится ребенок. Ребята у нас могут отдохнуть в традиционных лагерях Юго-Тюменской области, на побережье Черного и Азовского, побережье Краснодарского края и также за пределами Российской Федерации. Родителям необходимо прийти в штаб организации отдыха и оздоровления с полным пакетом документов. Ограничений в принципе нет, только ограничения по возрасту. Это Краснодарский край, в основном у нас идет с 7 до 15 лет, а Юг-Тюменской области с 7 до 17 лет. А Болгария тоже у нас с 10-7 лет нету до 17 лет. Только по возрасту. Ограничение любой маленький житель города Ноябрьска может организовать свой отдых в летний период.